Вот это район Мурат-Паша тоже. Вот это вот Араштурмах Астаньесе. Вот. Вот напротив нас Министерство здравоохранения, за ним налоговая. Вот. Вот в этих домах вот тоже продаются квартиры, но они очень-очень дорогие. Вот это тоже, вот я же говорю, на пятом этаже, что ли, висит одна вот эта продажа. Вот это вот Чите, Мельтем, вот это Чите. Это Мельтем, огромная такая. Здесь очень дорогие квартиры, здесь живет в основном элита. То есть элита как? Мы элита предполагаем, элита богатый. Нет, элита, у них образованные люди. И вот вышел из своей квартиры вечерами, и вот напротив дома фонтан. И море вот здесь рядом отсюда, на километр не будет даже. Вот, вот такие фонтаны, вот такой парк. Конечно, здесь потом квартиры дорогие, очень. Вот в этих домах тоже дорогие квартиры. А то говорят, да, и, наверное, хурма дорогие. Нет, дорогие мои, вот в основном вот люди живут в таких местах. Вот, в этих районах купили и мои друзья, Татьяна с Иваном. Мурат-Паша. Мурат-Паша очень большая. Есть Кызыл-Арык, он вообще далекий оттуда. И люди там пишут, недалеко от Марханталь, недалеко, да-да, километров 4-5 пылит. А Мурат-Паша разный. Есть вот такой Мурат-Паша, вот, за всеми делами, как говорится. Парками, красиво, все рядом, больницы, школы, детей, университеты, автобусы, вот они, отовсюду, остановки, трамвай. Конечно, здесь вот квартиры 1,5 миллиона, 1,5-2 миллиона, обычные, 2+1. Дорогие квартиры, хотя этим домам 30 лет. 30 лет, а то и больше. Вон там висит раз, два, три, четыре, на пятом этаже сателлок, потом позвоню, узнаю от какого-то агентства. Вот, узнаю, сколько стоит. Наверняка не меньше 1,5-2 миллиона, наверняка. Но здесь квартиры большие по площади, 100 с лишним квадратов. Здесь вот в сети, вот с этой стороны заезд тоже, но машины туда не догоняют. А там с той стороны парковка наружная. И с этой стороны, вот для жителей этого дома, вот сделано вот так, вот шлагбаумчики такие закрыты, только для этих жителей этого, этих домов. Апартменты нравятся, здесь гулят хорошо. Здесь и молодежь вот отдыхает, читает. О, красиво. Вот акация, смотрите, ребята. Акация. Когда-то мы в детстве эту акацию ели. Вот она, это акация, вот смотрите. Ой, как мы его ели. Я до сих пор помню. Как красиво. Вся в цвету. Ой, вообще. Тренажеры, пожалуйста, разные люди занимаются, вот. Вот они, вот эти дома, дорогие мои, вот они. Это сети. Вот. Очень дорогие квартиры, они тогда были дорогие. Здесь нет бассейнов, там хамамов, мамамов, которые наши люди любят. Вот, здесь закрытая вот такая территория. Вот, и домам этим 30 с лишним лет, но недавно еще реставрацию сделали. Вот. Я же говорю, здесь интеллигенция, в основном живет здесь интеллигенция. Учителя, там, нотариус, чиновник, врачи, вот такие вот. Очень мало иностранцев здесь, очень мало.
я разговаривал с управляющей компанией, они говорят, у нас, говорит, даже квартиры здесь, говорит, продают между собой, говорит, разбирают. Жители, говорит, своих же сетей даже кредит, говорит, берут. Вот, это сам чужим, говорит, не уходит здесь. Я говорю, ну надо же, вот действительно, вот. Они вообще оборудованы красиво, все построено вот так, по такой это, не тяп-ляп, а вот нормально, теплые квартиры. 30 лет вот этим домам, 30 лет, ребята. Вот так вот. И никакой хурма, ли там лиман, миман, даже близко даже не стояло. Вот я такие тихо, спокойные места люблю. Тихие, спокойные места, где нет блатных, есть элиты настоящие. Образованные, грамотные люди, достойные, не какие-то шарики, которые откуда-то наворовали денег нафиг, нахапали, прибежали, устроили себе это и называют себя элитой. На самом деле не элита, а и элита. Они уже себя хорошо сейчас показали, вот эта элита. Хвосты зажали и побежали кое-куда. Вот. Лес вот для этой, так вот тут корма, морма, вот деньги бросает, едет, корм покупает, вот там и угощает голубей. Коробочка выходит, оттуда бросает деньги, коробочка выходит, вот. И все красиво, голубей, чтобы кормить. Вот так вот. Вот этот парк с фонтанами, ребята. Я же говорю, здесь и трамвай ходит, и все. Вот Араштурмах останется. Вот когда гражданство будет, и кто-то получает, вот здесь вот будет проходить все это комиссии. Кровь сдавать, там все, все. В общем, все. Психолог, не психолог, все пройдут. Вот в этом Араштурмах останется. Вам дают направление, потом вы проходите все метки, потом комиссия, потом это решение комиссии. В общем, вот здесь вот все проходите, вот здесь. А вот там Министерство здравоохранения напротив сразу же. Саглак Мудрюгли, это ну, отдел здравоохранения. А за ним налоговая инспекция. Вергей Дарасе. Там вы должны зарегистрироваться, если что-то там делаете, или что-то открывать фирму, мирму, все. Налоги платить. В общем, вот такие дела. Вот так вот. Сегодня я тоже сюда без всякого это прошел, но с целью. Меня попросили кое-что, я должен выполнять. Пойду вот, вот в эти дома, вот напротив. Там продаются две квартиры. Попросили мои хорошие подписчики. Они сами нашли. Я должен пойти поговорить обо всем, цены, мне до конца. Если что, помочь им скинуть цены. То, что там они увидели цены, говорят, если бы хотя бы, говорят, на 200 тысяч бы скинули. Ну, пойду, поговорю. Вон, видите, азербайджанские флаги висят, турецкие, азербайджанские. Так что здесь все хорошо. Всех вам благ. Пока-пока.